И, собственно, всем добрый день, уважаемые зрители, подписчики, гости канала. Продолжаем проходить Westland 2. С вами игровой канал BioStream. Всем, собственно, приятного просмотра. Ну, и начинаем. Так, закончили мы в храме. Так, смотрим карту. Так. Что-то потерялся на карте. Да, храм вот он. Святилище. У нас еще здесь одно святилище. И у меня тут получается выбор. И сюда, и сюда, и сюда надо. И везде надо зайти. Надо дневничок открыть. Внимательно посмотреть. Харчат попросил нас достать его манерит. А, манерит, по-моему, в храме ангела находится. Плюс в храм ангела нам надо передать, что вроде открыто для торговли. Так, по поводу улучшения своих костюмов. Костюмы у меня надо 25 килограмм. Тут написано 32 фута. Может быть, попробуем рискнуть и перейти вроде. Может, мы уже сможем улучшить. Ой-ой-ой, не сюда, не сюда, пардон. Нам надо в Sunfest Springs. 25 килограммов. У меня написано 32 фута. Либо веса общего, да, либо... Так, мне уже там кто-то пишет. О, стопает, что такое? Как-то я так невнимательно. Отлично. О, роза у меня спец. Рос, сколько у тебя шанс ломать? Хера не показывает. Опачки, бронежилетик. Собственно, что за броник? Миротворец 45-го калибра. Епа. Так, тут броня 6, но у меня тут 1 очко действия идет. Тут броня 7, скорость. Ну-ка, сейчас посмотрим. Одета точно такая же, хорошо. Так, на кого еще? На этого товарища. Броня 4, ну вот. Можем на тебя прицепить. Так, ну тут уже броня 4, броня 4. Так, это-то мы разбираем. По навыкам вроде все шикарно, по талантам. Так. Да, мы сейчас можем продать смело. Может, полечимся? Ох, товарищ, товарищ. Так, давай сломанные. Барахлишка, барахлишка, барахлишка. Все это барахло скинем и броник от скинем. И, собственно, нужны патроны 7,62. Штаны Амиго. Свисток. Так, у этого, кстати, хватает. У него, кстати, да, видите, лазерный прицел теперь все дела у него. 5,56 патрона надо скинуть. 7,62.
Так, у него 100 патронов, а у тяжелого оружия. Силовая броня. Броня 9, броня 5, 3, 4. Да, тут это уже тяжелое. Нос патронов за 810. Стоп. А, давай-ка мы сейчас меняло. Снаряжение есть у меня меняло? Есть. Ой-ой-ой, подожди. Сюда я пошел. Да. Особую роль ты не сыграла. Мне бы еще как бы хирургию надо, тебе аптечек там. Блин, она все не влазит, я понимаю. Ладно. Так, броники есть. Тут броники есть. С патрончиками, кстати, напрягов нет пока, да, нет. Надо мне вот эти вот патроны выложить. 5,56. Вот это шлемофон. Вот это вот. Серый туник. Вот это. Жестоко, жестоко. Ух. Шляпа Амигос. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Давай-ка мы ей, наверное. И это шлем для мотокросса так выглядит на тебе. О. Погодь. А как же будет выглядеть тогда? А, капюшон. Капюшон. Все то же самое. Странно. Сейчас мы себе накинем. Так. О. Чё жилет? Жилет с заплатками. Как-то не айс. Шлемофончик-то смотрится нормально, но... Штаны Омега, Омега, штаны... А, так. Как-то странно все выглядит. То есть на мужских персонажах выглядят они более нормально. Нет, прям вообще. Так, инициатива. По поводу инициативы. Зоркий глаз. Где у меня? Вот колечко инициатива. Вот, а у этого вообще перестанет инициатива быть хорошей. Все, оставляем. Так, прикинулись. Что я здесь тебе приобрел, что ты так медленно ходишь-то? Скотч, мой друг. Давай, хряпнем. За нас, за вас и начнем. Да, надо добежать до главного.
А Вудсона кто у нас тут? И по поводу этих пакетиков поговорить с кошачьим наполнителем. Может быть, он уже сможет сделать нам. Так-то мы, да, мы без квеста, но смотрите, нам надо найти микроскоп, и там поделится один, скажем так, вроде, да, этот хирург. Ага, на месте стоит, все хорошо. Подожди, сейчас я выложу. Так, дробовичок выложу. Тут у всякого вот это вот из покрышек. Патроны, патроны еще. Точняк. Так, возьму я, наверное, все-таки книжки. Да, надо смотреть, как самые дорогие книги. Они нам как раз-таки и подойдут. Все, мы ее сейчас посмотрим. Как успехи рейнджера? Уже нашли кошачий фон? Да. Так, забирай. Журнал обновлен. Ха, этого недостаточно. Боюсь, мне понадобится еще несколько футов. Пожалуй, около 24. Может быть, вам нужна помощь? Так, а сколько тогда я нашел? А, мы достали 4, 47, подожди, 4, 7 мешков кошачьего наполнителя, который просил Игнат Вудсон. Может быть, нет, мы отдали 4, наверное, он имел в виду из 7. Давайте сейчас я. Мы доставили 4. 7 мешков кошачьего. Ну, да, наверное, 4 из 7. Здесь вот приставочку из. И было бы вообще все понятнее. В целом неплохо, все равно в любом случае неплохо. Красные наплечники. Так, а мне вот это вот нужна удача, уклонение, шанс попасть. Тоже давайте-ка выложим эту приблуду. Мне самое главное, чтобы патронов 7,62 хватило. Как мы видим, тут 100. Тут 44. Тут 115. И вот самое фиговое то, что везде требуется один и тот же калибр. Ой, блин, а с докладом к тебе можно подойти? Да нет еще, ладно, понял. Выходим, да, и чешем уже. Надеюсь, что патронов хватит. То у меня, кстати, по талантам нет, не он. Вот, Скупидон, 20 переносимого веса. Наверное, ему я сейчас перекину. 350 здоровья. А какой-то уровень тут? 28-й. Двадцать восьмой. А мой основной 29-й. Ну тогда понятно. Так, убираем пока. Что опять было?
Так, ставим лидерство. Убираем эти тостеры по коду. Да, 29-й. 29-й. Харизма, интеллект. Так, по навыкам оружейник. По талантам пока пусто. Взрывотехника будет нужна. Все-таки так сделаю, чтоб уже не мучиться, не париться. Так, и давай я, наверное, тебе все-таки скину ретранслятора. Уж очень они тяжелые. Так, еще один момент. Навык же полез. Так. Это Роза. Хитрожопый. Это Байл. Снятие сигнализации. Это Роза. Роза. И рукопашная. Рукопашная у меня, по-моему, вот у этого товарища. Проверяем. Да, рукопашная есть. Ну, хотя ему книга не... Она, вообще я не люблю этих рукопашников, честно сказать. Использовать на себя. Вечно бегут вперед. И, как бы, знаете, сейвить их очень тяжеловато. Так, давайте на Розу. Правильно, я уже полез или? Уже полез. Так, еще снаряжение. Использовать на себя. Так, отлично. Хитрый жопу использовать на себя. Ну, вот прокачали практически 4-5 навыков и нормально. Смотрим. Лидерство, да, я очень-то очень хочу прокачать. Потому что это дает точность. То, что мои будут оппоненты не бунтовать. Так, Роза. Может быть, стоило сначала прибавить, а потом съесть книжку. Да похеру. Меняла мелочь, хирургия. Снятие сигнализации. Прибавлю, да, покуда энергооружие. Тоже 29-й. Там потом будет самое интересное, то, что мы уже с вами 30-му уровню мы будем получать уже основные атрибуты. То есть основному, я думаю, взять либо харизму, на чтобы лидерство действовало. Координация. Ну, стоит, да, но не так в приоритете, наверное. Да, покуда мы это... Ну вот куда нам опять же? Что это за место? Это Плая Дель Рио, Рей, не вижу так. Храм Ангела. Хорошо, давай. Пайла Дель Рей. Отлично, значит пойдем сюда смотреть. Меня сейчас больше интересует, кому апоссум-то принадлежит такой. Здорово, сатана. Так. Опа, тут все что-то прям... погибли. Фетровая шляпа. Лобковой парик. Блять, это вообще-то как? А, она не девается, барахло. Да что-то вообще произошло-то. И не рано ли мы сюда с вами пришли? Так, нажимаю кнопочку Z. А, по-русски я, да?
Как бы нам тут не разорвали бы. Так, вижу тост. А, штурмовая винтовка. Опять же, 7,62. Воск для усов, лобковой парик, рубаха с жилетом заплатками. Так, 7,62. Карманные часы, поножи с покрышки, игрушечный стал меч. Нагрудник, все хорошо. Так, тостера. Подожди, пожалуйста, зачем всей толпой-то бежать? Не знаю, кто считает там бесполезным тостера. Да, может быть, это не актуально, но, в принципе, пригодится. 11%, да. Ну, хоп, вот так делаем все это дело. Сохраняемся. Обязательно. Перчатки. Пара женских кожаных перчаток левой немного больше правой. Пойдет. Мне это как бы незачем. Вообще, знаете, как-то надо будет, может быть, серию записать в плане денег. Может побегать в случайные стычки. Импульсный стрелок корректоров. Так. По одной из стоящих неподалеку машины находите останки синтетической руки. Похоже, все это устроили цитадели. Делит стадного дети. Пустой пакет из-под кошачьего наполнителя. А пустой-то мне, наверное, не нужен. Это бакс. Блин, вот что-то какое-то взаимодействие. Это ужасно. Сначала погибли все жители деревни, а теперь нас постигло новое горе. Кто-то перебил наших братьев. Не пойму. Устройство с поврежденным краном. Вы могли починить его на скорую руку, если бы у вас имело соответствующее знание. В ином случае придется искать подходящие детали. А вот и дисплей. Че, правда, что ли, работает? Святилище. Мы это святилище разве не открыли с вами? Так, я в этом был точно святилище, в этом был точно святилище. Long Beach. В этом был святилище. А, в этом я чуть ли не застрял в прошлой серии. Причем как-то я вот так тут прошел нормально туда, да, а выйти не мог никак. А, видимо, это святилище открывает вот... Сколько с нами дисплей уже был, да, по времени? Сколько серий? И вот тебе он пригодился. Хорошо. Что такое? Задира? Стрелок, пожалуйста, опустите оружие и назовите себя. Мы рейнджеры. Пустынные. Да, мы слышали о вас. Ведь это вы. Вы повинны в этой бойне, пустынный рейнджер. Нет. Вы можете доказать, что говорит правду? Мы увидели ваши граффити здесь и в деревне. Похоже, мы поймали вас с поличным. Они не такие красные, какие должны быть, придурок. На самом деле это сделали дети цитадели. Вот, взгляните, это пластик. У нас нет доказательств. С вашей стороны было бы очень учтиво просто признать это. А, вот этот пластик. Плохая попытка рейнджера. А вы наверняка все по делу так, чтобы обвинить его в бойне синтов. Так. Или может синты все подделали, чтобы свалить вину на нас? А теперь уходите немедленно. Пошел ты там, блин. Я даже не буду тебя спрашивать. Да, я возьму свой горшочек.
Сейчас покину, подожди, сейчас, братья. Я уже ухожу. Идите цитадели. Так, наполнитель-то я взял, нормально. Еще надо три мешочка. Да, вот, отлично, полный. Так, ну там же этот же палец или нет, не же палец. Там надо задира, чтобы был высокий. Ну, у меня нету, к сожалению. Я могу, конечно, их, наверное, переколбасить, но... А, вы узнаете этот символ. Звезда в круге. Знак рейнджеров. Как же она туда попала? Понял? Что-то непонятно. А может они все это сделали, а? Давайте перебьем их просто так вот попробуем. Может у них имеются какие-то там загашники. Я как бы сохранился. Видимо, они перехерачили всех. А рейнджер кто-то подставляет, походу. Лови, друг. Что вы предлагаете? Мне напасть на того, кто меня и пальцем не тронул? Подожди ты, не ной. Они нас обвиняют в том, что мы не делали. Я хочу проверить, есть ли у них что-то в предметах, какие-то доказательства того, что это они. Бля, вообще, АК-97, ну просто. Бомба. Так, собственно, давай-ка сюда. И мы ни на кого не ставим. Окей. Да, лидерство прям вообще колоссально работает. А, так, ходит с кочма. О, и отсюда попадает. Прям через контейнер. Очередь. Просто мясо. О. Фу. А, блядь, гад, с динамитом. Так, двойного выстрела не буду тратить. Снайпера, ну-ка разбирайся. Ну, теперь смотрим. Так, брелок в форме тролля. Джинсы с заплатками. Аптечки. Нет, ребята, они, видимо, правда ничего не сделали. А по поводу рейнджеров, походу, подставляет. Как бы это не прискорбно звучало или выглядело. Да, я хотел посмотреть штурмовая. G3. Ну, хотелось бы отметить, что неплохая, вполне себе штурмовая винтовка. Причем пробивание у нее хорошее. 4 очков действия на выстрел одиночный. 6 на двойной. То есть, по сути, если я поставлю двойной, буду ходить, то... АК-97 у меня делает 3 выстрела, да? Очковое действие позволяет делать 3 выстрела. А это будет делать 2 по 2. Да не, нахер. А, она тоже забирает патроны 7,62 боеприпаса, да, разбираемые.
Так, ну это мы проведали, понял. Вызывает эко, ответьте. Принял. На канале мне ритов очень шумно. Говорят, да, застали вас на точке, где много мертвых гражданских и совсем нет врагов. Думаю, это вы постарались. А что там на самом деле случилось? Гражданские были мертвы, когда мы прибыли. Принял. Когда вы прибыли, все уже были мертвы. Есть догадки, кто это сделал? Мы нашли руку Синта. Чертовы Синта, эти пластиковые гады постоянно норовят нам досадить. Слушайте, Эко, нельзя этого допустить. У нас есть улика, которая указывает на настоящих виновников. Мы можем указать ее манеритом. Это теперь задача номер один, ясно? Ну вот вот так. Так, туда или сюда? Не, дисплей относительно хороший, да, вот этого предмета, то, что храм. Давайте нападем. То, что храм открывает, но учитывая то, что у нас у снайпера все это есть открытое. Да, ребят, я вот в плане заработка и опыта я просто случайным образом нарвался. То есть не я захотел нарваться, а вот шел и нарвался. Посмотрим по опыту, по деньгам. Так, снайпуха. Я думаю, что тут ничего сложного не будет. Так. Блин, медик просто вот вообще шикарен. Не достает ни до кого. Не достает. Тогда давай в засаду. И наша проза походила, а сейчас розу взломаю того робота. Да, пистолет пулемета время от времени смотреть становится уже не так актуально. Хотя если две очереди впулить за один ход, то нормально, урон колоссально несет. Так, инженер. Давай, друг, рассасываться. Так, 8-1 сделаю только. Двойной выстрел скорее. Так, а вот и Роза. Рост. Ну давай, не подводи уже. Критическая неудача. Ну, бывает, бывает. Скотчма. Скотчма? Почему у тебя, черт возьми, один выстрел? Это ты неправильно делаешь. Ой, держи, братюнь. Смотрите-ка, у него работает эксперт по роботам. А что эксперт по роботам? А, эксперт по роботам. У меня, по-моему, Роза есть. Ну, взломаешь, нет? Они, видимо, у меня компьютер-то 10, а почему-то 60%. Видимо, от уровня сложности робота. Сейчас мы с вами изучим, что этот эксперт по роботам, собственно, вообще дает. Ошеломление уникальный. Так, Z кнопочкой. Горение. А вот Роза апнулась. Хорошо.
Да, взаимодействия тут пока я не вижу. Что-то какая-то байда. То есть, где зашел, там и выйти надо, да? Давайте смотрим таланта. Эксперт по роботам. Есть, есть. Плюс 20% урона против роботов и синтов. Вот почему у меня тяжелое оружие так шлепает. Теперь все понятно и ясно. Так, Роза. Как бы тебе сделать-то? Давай я сделаю, наверное, так. Подожди, у тебя там... Блять, невозможно, невозможно. Надо ждать, смотреть. Что-то такое прям мерцание здесь. Ладно, херня, потом все разберем. Да, то есть вполне можно просто покататься, позарабатывать опыт. Попробуем все-таки казнь, да, там. Хотя и сюда тоже надо. Так, сделаем контур-точку. Сохранение. Санта-Моника. Это не мои штаны, это не мои штаны. Эти штаны кто-то насрал. Чудо-йода. Пастор. Пастор. Как нам нанести? Как нам нести свет спасения в ваш мелкий дерьмовый городок? Погрязший во тьме невежества, если вы продолжаете потворствовать каким-то извращенцем. Те, кто есть моллюсков, омерзительных глазах, Господи, что он несет-то? Сейчас невозможно. Жди. Вы тем, с кем разговариваете. Что за мойка? Проповедник убьет моего, я имею в виду. Я имею в виду этого человека, прошу спасти его. Это я, вы меня ищете, оставьте людей. А, вот они, типа, хотят казнить этого мальчика, что-то. Дэн. Чё за херня? Чего? Куда ты пошел-то, блядь? Подождите. А, я не мог, короче, сохраниться, ничего такого сделать. То есть мне надо... Мне надо как-то... То ли диалог с ним сейчас начать. При этом по поводу диалога... Надо ставить жополез, персонаж навык. Жополез 10. Так. Лидерство тоже мне понадобится сейчас. Потому как если бой завяжется. Скотчмут, давай, братюнь, давай. За нас, за вас. Ладно, похеру. То есть надо сейчас подбежать и как-то это. С ним попробовать диалог завести. Игра сохранена. При всем при этом надо снайпера и Розу сразу же в сторону.
Поджарный бедный мужчина в черном высоком. Понятно. Ну и кто тут у нас? Вам не терпится услышать слово Божье, друзья? Что же тогда, присоединяйтесь к нам? Просто спрячьте оружие подальше, если... А, и все у вас... У нас с вами будет хорошо. Вот такие мы. О каком Боге ты говоришь? Дружище, если ты не знаешь о Господе нашем Иисусе Христе, то судьба привела тебя именно туда, куда нужно. Здесь и сейчас мы устанавливаем его закон. Не уходи далеко, обязательно узнаешь парочку важных вещей. Какой еще закон? Все, что говорил Иисус, это закон. А Иисус сказал, что грешники, ладно, этого хуйню несет уже. В чем же грех человека? Друзья, перед вами пожиратель моллюсков. Ненормальный человек, который отправляет в рот плоть... Ой, ёптай мать. Также палец работает. Позволь мне произвести очищение, брат. Я хочу лично пристрелить этого грешника. Слава Богу, и дух еще на что-то сгодится. Хорошо, рейнджер. То есть он в курсе, что мы рейнджер? Как ему лучше, блядь, вкорячь прям в дыню-то? Безбожные ублюдки. Да правильно, давай меня гаси. Гаси. Тут же где-то еще мама стояла, которая вызвала нас. Ой, а их тут очень, кстати, много. Так, снайп, снайп, снайп. 60%. Опа, броню сломали. 0,7 броня. 0,8. Ух, ёптать, там еще. Так, главное парни. Парня, блядь, не зацепите. Так, один момент. Пробуем все-таки гранаткой закинуть. Вот в этих двух ублюдках. Пускай они там парятся. Пусто. Блядь, неправильно походил. Ладно, ничего, ничего страшного. Мы сейчас... Так, одиночный. Двойной, глуши его. Эх. Ну как же ты так-то, ну прям вот тут. Вот карпалюлечка. Так, нужен срочно сюда медик. Так, роза, 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 роза. Чем бы роза-то пострелять? Слушай, а броня-то у него, кстати, проводимая, нет? 46. Как-то неудачно. Оружие, блядь, заклинило. Крысу! Крысу за что? Хотя хуй с этой крысой... Пардон. Бог с этой крысой. Блядь, пистолет какой, а? Это, конечно, они хорошо спрятаны. Чувствую, я здесь буду долго пробовать.
данном прохождении, потому что тут, ну, реально тяжко становится, ребят. Там обзор заблокирован. Хорошо. Проще может вообще всеми подняться. Еще один минус. Так, медик срочно, срочно бежит. Нет, надо поднимать. Поднимать и точка. Не получается. А это тот самый... А я думал, пастора убил, а это не пастор. Просто, блядь, пистолета так шмонать. Роза, роза, роза. Роза тоже поднять сразу не сможет. Жесткий, жесткий отнюдь. Надо заходить как-то в тыл. Хорошо, хоть одного минусанул. Надо вот этого сразу пастора вышибать. Всех мне тут, просто всех поронял. Ну да, я, наверное, сейчас зафейлил эту миссию. Снайпер отлетел. Да. Это вот не хухры-мухры. Подождите. А у меня то сохранение-то вообще сработало-то. Может быть, туда немного позже, когда мы уже по уровню поднимемся. Подожди. Ну, перейти. База Санта-Фе продолжает. Радиация мешает пройти под Голливудом в Гриффин Парк. Все, я туда не пройду. Ладно, там попробовали. Я там думаю, что очень рано туда пошел. В плане того, что да, там не хватает мне огневой мощи. Вот храм ангела. Внимание. Так, журнал обновлен. Разрешенное. Да, тут придется сейчас почитать, посмотреть, что происходит. Там я еще теряю опоссума своего. Это стражи закона. Весь я стражи закона. Веревка. Так, главное, пошмонал. Ну, а им все равно они уже не нужны. Им деньги. Это кто тут такой Гуч?
Так. Слушай, Гуч, свали отсюда. Вот и все. Гучу надо укрыться, там опасно. Ну, что тебе угрожает? Снаружи опасно, в Ангеле опасно. Гуч хочет, чтобы вокруг не было стены. Здесь под забором есть дыра. Но это только Гуч мог быстро выбраться. Гуч, не хочу быть еду. Почему ты говоришь про еду? Так в этом вся суть. Один ест другого, тот третьего, тот четвертого. Гуч понимает, иначе никуда. Но Гуч не хочет быть едой. Гуч, хочу еду, а вы можете оставить Гуч в покое. Тут чё, блядь, ганнибалы, что ли? А, что лексиканиум говорят? С ним что-то нарушено, некорректно, неверно, не то. Походу, дело ганнибала. Так, надо бы как-то повнимательнее быть. Так, там фапа какая-то. Что-то за фапа. Так, дерево. Помогите. Сандра? Какие-то очень грубые чудовища загнали меня на дерево. Теперь я не могу слезть. Вы не поможете мне, пожалуйста? Откуда взялись чудовища, мы тебе поможем. Спасение незнакомцу. Буду ждать спасения. А нет ли у вас веревки? Конечно, мам, есть. Только что нашли. Ну, как хорошо-то, да? Удобно. Все слезло. Опыта. А, спасибо, что спасли меня, незнакомцы. Было бы грубо оставить вас без награды. Поговорите с моими родителями в кафетерии. Уверен, что они проявят подобающую щедрость. Все хорошо. Пока. А, так, хорошо. Погоди, а с деревом можно дальше взаимодействовать? Сделаем то дерево. Ой, секунду, что-то бесполезно. Что это за хорек-то? Самое главное, он, ну, это агрессивный. То есть, а если я попробую его дрессировщиком? Невозможно. Это хрюшка. Хрюшка только дикая. Свинина печень. Как-то, блядь, странно. Погодите, оно что, уже 31-й, что ли? Нет, 30-й. А, я же ее не прибавил. Такая, не понял. Да, я же палец же раскачивал и загрузился. А, собственно, я и хотел что-то прокачать. У него инициатива уклонения, скорость. Скорость дает 1 очко действия. Сила восприятия. Да, скорость. Определенно скорость. Координация дает следующий? Нет. Координация дает только на 8. Поэтому скорость. Да, ребята, тут очень много всего. Так. И там внизу, будьте так любезны, попросите Левелина какого-то чего? Левелина или барона передать воду. Я не могу оставить после, а воду взять забыла. Ира себе. А как тебе с тобой поговорить-то? У меня есть вода, вон бутылка воды. Наверное, не та вода. А что там охраняешь?
Так, сохранимся. Ух, ёптать! А тут хрюшек-то, смотрите, сколько. Ой, ёпт, хрюшки. Медик. Вот он, сейчас, а, подожди, подожди, подожди. Дайте я выйду отсюда вообще. Немножко вперед пройду. Слушайте, у вас тут свиней, он режьте их, кушайте. А почему тут людей-то этот парень-то орал? Тут едят друг друга прям. Ганнибализм, да. В основном поросята бегают. Так. Их не хватает прям вот чуточка. Кто орёт-то? Скотчма. Отлично. Так, снайп, 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 снайп. Так, ну что, лидер, добьешь? Только, да, главное не своему. Вообще не попал. Ну ты что ж, друг, ну все. Даже двустволку, А, все правильно, все хорошо. Просто я удивился, почему мой двойной выстрел не сделал. Смотри, сколько еды. Так, какой уровень? 27. Слушай, тебе что, правда интеллект что ли надо раскачивать теперь? Ты что так вяло прям идешь? Так, мой основной это 30. Так, навыки, взлом сейфов, лидерство. Петрожопый. Так, я, наверное, все-таки что-то здесь с этого надо брать. Одно очко действия. Харизма. Скорость. Стоит ли мне брать координацию? Два радиус лидерства. Да, возьму координацию. Или нет? Но скорость сейчас только точно не прибавлю. Это уклонение на единичку survival, восприятие. Вот инициатива, уклонение, диапазон зрения. Я вообще бы еще интеллект бы ему взял бы. Наука-то мне хватает. Дофига, дофига, что надо брать. Скорость также даст в бою больше очков ходить, да? Как-то беспонтово. Возьму я, да, все-таки харизму, хер с этим одним очком действия. Как бы радиус на 2 метра лидерства, увеличение наград опытом. Да, не, как бы лидер есть лидер, все, все нормально. Че заморачиваться с этим? Будет еще возможно, значит, еще что-то прокачаем. Так, 11.
Почему-то ко мне 762 патроны попали. Так, берем. Ох, ребята, мне что-то идти надо уже. Твое время, да, по записи. А я сижу уже, забыл про всех. О. Шоколадный батончик. Взяли? Взяли. Так, ладно, ребята, да, закруглимся, дальше начнем тут изведывать, разведывать, проходить это все дело. А, давайте всем хорошего настроения, бодрого здоровья, пишите свое мнение, комментарии. А, с вами был игровой канал BattleStream, всем пока.